Всем привет! У нас дома почему-то камера не фокусируется. Фокусируйся. Смотрите, что мы делаем ночью. 12 часов ночи. Наши ангелочки спят. А мы красим кухню. Ну, как мы. Папа красит. А мама снимает. Смотрите, вот такие были стены до. Ну и что, ты же работаешь? Не танцуешь на дискотеке. Вот потолок уже сделал. Сейчас красит стены. Вообще такая красота. Мне так нравится. Ну, к сожалению, квартира не наша, поэтому мы не можем слишком изгаляться в цветах, там выбирать что-то. Поэтому такой желтенький можно. Да? Что нет? Ты сказал, только желтый можно. Я тебе сказала, можно... Я так не сказал. Я тебе сказала, можно разными цветами все покрасить? А ты сказал, только желтым можно. Нет, я так не сказал. Потому что сколько свет будет, мне нужен много денег, поэтому я сказал. А какая разница, эту-то тоже надо покупать? Ах, ты жадюга. Не хотел жене сделать красоту, чтобы жена радовалась. Вот представляешь? Ты радовалась? Нет, вот представляешь, если бы у нас была бы половина стены желтенькая, а половина там еще какая-нибудь радуга была бы у нас. Мне бы на кухне было очень даже весело. Красиво. Не, вообще реально красиво. Желтый цвет все-таки как-то... У нас квартира такая темная, и желтый цвет все-таки как-то становится ярче. Да, бабуля? Вон она. Красочка. Это какая-то силиконовая, да, ты сказала? Да. Так легко ей красить. Я даже тоже попробовала. И мне так понравилось, но муж почему-то забрал у меня эту штуку и сказал... Если не забрал, доверь мне, верь, все будет. Он забрал. Мне так понравилось. Я первый раз красила. Так прикольно и легко, между прочим. Даже не надо долго мучиться. Вон, смотрите. Чик-чик и все. Сейчас покажу бабуле. Очень так, вот, смотрите. А оно вот такими почему-то капельками, как получается, пузырьками. Оно потом уйдет, пузыречки? Какой? Ну вот, видишь, смотри, как пузыречки такие здесь. Конечно, идет. А, уйдет потом? Очень прикольно. Завтра приедут родственники. Ну, как родственники, ну, брат мужа со своим сыновьями и женой будут помогать нам. Так что у нас теперь будет завтра... Полная в доме барахолка просто. Будет все вверх дном. Почему-то вот фокус ушел почему-то. А, ты шевелишься, наверное, поэтому. В общем, ремонт. Ремонт. Решили освежить немного. Привет всем! Мы сейчас бегаем по бимам, ищем курточку. Там такие классные курточки привезли. И Радочки купили. Сейчас ищем такую же и джирюшки. Заодно приехали забрать брата со своей семьей. У нас дома вообще переворот просто. Мы там все красим, переставляем. Они приедут, будут нам помогать. Мой муж с братом и с сыновьями будут там красить все. Будем приводить в порядок. Балкон муж уже вчера покрасил. Кухню вчера покрасил, но вы видели. Очень красиво. Желтенький цвет, яркий такой, вот как у меня футболочка. Очень, ну, мне очень понравилось, очень клево. Так что вот так. Сегодня дома будет ой-ой-ой. Народу куча, будет дом вверх дном. Так что буду снимать, походу, что-нибудь интересное. Так что вот так вот. Заехали за братом. Думали, на улице подождем. Джирюшка сама идет. Сама идет, пап! Сама идет! Она... Подожди, не надо так. Мама, не-не-не-не. Поднимайся. Поднимайся. На улице так жарко, я прям аж не могу с ума. Хорошо, что я ничего на лицо не делала. Салам алейкум. Хош был. Сюдьо.
Алсам, дедим, да? Шепер, дальше мы идем на вас. Пока они там собираются, я вам немножко поснимаю здесь такой райончик. Сейчас там такие цветочки красивые. Сейчас одела наушники, не знаю, нормально. Ветер поднялся, хотя жара вообще ужасная. Прям. А Ираде купили куртку, так она ее снимать не хочет. Кстати, нашли мы такую же джерюшки с Микки Мауса. Я хотела с Бэтменом им купить, а папа сказал, они же девочки. Это яблони, наверное, или слива. Красиво очень. А вон сирень. Это сирень? О, я первый раз здесь вижу сирень. Ой. Честное слово, первый раз вижу сирень. Надо попросить папу, может быть, он зайдет, попросит кусочек сирени. Я очень люблю сирень. Очень. В России всегда. В сезон, когда... сезон сирени был, всегда у меня букетик стоял. Здесь машина. Здесь пару лет назад вообще ничего не было. Просто развалины. Построили вот красоту такую. Девочки играют. Они уже у меня подошли, стеснялись, спросили, а вы откуда? Вот так. О, кошки. Кошек здесь, конечно, очень много. Ну, кошки меня так не пугают. Вот когда собаки пугают, потому что мне кажется, что они... Вот здесь очень красивый дом. Ну, так красиво сделано. Такой сад, как дворик такой вот. Все заставлено. Деревья. Пальмочки. Правда, они немного сухие. Пытаюсь не трясти камеру, как получается. Вот видите, люди скромно, и скромные дома есть, так что в Турции не только все так красиво и замечательно. Много людей живут очень-очень даже скромно. Вот в таких вот маленьких домиках. Вот такой райончик. Сейчас купили средства там разные, купили всего. Сейчас приедем и начнется, будем все и кушать приготовить надо, и убираться, и красить вообще. Я как подумаю, ой, помойка. Так что вот так вот. Понемногу поснимаю вам. Может, будет интересно. Ремонт по-турецки. А, вон вышли мои. Вот. Доча. С любимым папочкой. Он очки поднимает, а она ему одевает. Нравится, когда в очках папуля. Мы сегодня все желтки. У Ирады тоже футболка желтая. У меня тоже желтая, только у Джирюшки розовая. У нее, по-моему, нету. Желтым именно. Скажи всем хоть... Мерава. Ну да, я только хотела сказать. Смотрите, вот такие вот курточки мы купили. И джерюшки такую же. Вообще классно, мы еле нашли. Расхватали быстро. А они прям такие удлиненные, ну, как даже не курточки, а как пальтишки получается. Очень даже неплохо. Так она уже все щеки красные, она снимать не хочет. Дети. Ладно, буду закрываться. Уже поехали. Что ты хочешь? Я сижу в машине, а она поднимается и в окно заглядывает. Куля.
Gel. Layla. Oy. Merhaba. Merhaba. Layla. Gel. Gel. Merhaba. Она тоже хочет поехать Layla. С нами ремонт Layla. Делать. Так, обросла вся, уже подстригать надо вести. И Джирюшка там уже что-то жует. Доча мне нарвала цветочков. Мы заехали в питомник собачий, но там не разрешили снимать, я не смотрела, не могу. Доча нарвала мне цветочков. Вот такие курточки у них теперь одинаковые. Купим новую сейчас. Вот они у меня одинаковые, девчонки. Спасибо. Все, мы уже дома. Я приготовила ужин. Вот такой салатик очень вкусный. Да, курочку. Кукуруза, огурчики, хлебушек. Замечательный, самый вкусный в мире плов. Да. Будем кушать. Да, и Джирюшка уже ждет. И Джирюшка у нас под цвет стен. А я вчера мужу говорю, давай сделаю вареники. Он говорит, да нет, они не захотят. А брат говорит, монты, монты. Так что, может быть, сделаю завтра. Ну ладно, все, всем пока. В этом влоге прощаюсь, увидимся завтра. Вот первый арбуз, который мы купили в этом году. Посмотрим. Но он, по-моему, вообще-то... Не слишком красный. Карпуз, карпуз, ручка арбуза. Арбуз. Ну бери, 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 бери. Попробуй, скажи. Сладенький. Попробуй кусочек. Сладенький? Ну здесь стой, скажи. Сладкий? Нормально, да? Попробуй. Беру. Ну так, не очень. Дорогой, но не очень. Не такой уж он и сладкий. Вот, так что испробовали мы арбуз. Но пока покупать, я думаю, больше не будем. Не будем покупать, пока не станут дешевыми. Ага, Инна.